Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня распаковка очень важной посылки от мастера Сергея Пыжова. Но прежде чем я перейду непосредственно к самой распаковке, хочу сделать важное объявление для всех зрителей и подписчиков моего канала. Как вы знаете, многие русскоязычные пользователи столкнулись с проблемой доступа к контенту на YouTube. Поэтому я принял решение распространить свой контент еще на другие площадки, в частности ВК-видео, Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Именно вот в таком приоритете. ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Телеграм-канал. Ссылки на эти ресурсы я оставлю непосредственно в этом видео. Здесь будет QR-код. Вы, пожалуйста, его отсканируйте и перейдите на страницу со ссылками. Там есть все самое необходимое для того, чтобы, во-первых, смотреть бесперебойно мой контент, а во-вторых, есть мои прямые контакты на случай, если вы захотите заказать у меня варган, пройти обучение или получить бесплатную консультацию по выбору варгана. На этом все. Переходим, собственно, к радостному событию. Распаковка посылки от Сергея Пыжова. Наливайте, пожалуйста, чаек. У меня уже есть. Усаживайтесь поудобнее, а я поработаю ножичком. Итак, поехали. Так. Кайф. Значит так, вскрыли мы посылку и внутри обнаружили три вот таких красавца варгана «Эталон». Раз, два, три. И вот такой замечательный варган-лидер. Давайте сделаем так. Сегодняшний выпуск я прежде всего хотел посвятить варганам «Эталон». Это вот этим красавцам. Потому что они новые на моем канале. А на варгане «Лидер» я вам сегодня просто сыграю в завершении посылки. В завершении распаковки, простите. Что ж, давайте подробно рассмотрим варганы «Эталон». И здесь я хотел бы начать с предыстории. С мастером Сергеем Пыжовым я сотрудничаю довольно давно. Я считаю, что он делает одни из самых классных и качественных варганов. Ну вот, в частности, на варганы «Лидер» на 2 октавы у меня недавно выходила распаковка. Ее вы можете посмотреть на моем канале YouTube или в группе ВКонтакте. Ссылочки оставлю. И мне всегда хотелось иметь такой варган, который бы по качеству звучания не уступал бы лидерам, но при этом был более бюджетный, более доступный. И вот совсем недавно со мной связался Сережа Пыжов и сказал, что возобновляет изготовление своей модели «Эталон». Давайте рассмотрим подробнее. Смотрите, значит, это гнутый варганчик из нержавейки. Длина корпуса, как утверждает сам мастер, здесь в районе 8,5 сантиметров. Берем штангенциркуль, меряем. Да, это действительно так. Ну да, плюс-минус 8,2. Варганчики поставляются не в футлярах, но зато вот на такой красивой дубовой подставке. Давайте рассмотрим ее подробнее. Да, подставочка действительно дубовая. Это видно по текстуре. Смотрите, какая красота. Так, вот. Здесь накладочка такая бархатистая, замшевая или нубуковая. Ну, в общем, кожа. И кожаный шнурок. И вы знаете, вот на мой вкус это самый-самый удачный вариант вообще хранения варгана, особенно если он из нержавейки. Вот так вот замотал, завязал на узелок и все. Все очень компактно, очень здорово. И язычок у тебя целый. Мастера и варганисты, берите на вооружение. В данном случае, обратите внимание, даже вот эта подставка, она очень такая изящная. То есть здесь нет ни одного острого угла прям. Она вся очень обтекаемая, очень классная. Что ж, берем варган. Варган сделан из прутка. Пруток диаметром 6
миллиметров, прям как у многих якутов, кстати. И при этом конструкция очень простая, это реально пруток из нержавейки, деки заточены на шестигранник. И язычок такой конической формы. Ну, вообще все по классике. Обратите, как вообще классно выполнена, да, вся слесарка. То есть все прям гладенько, четенько, комар носу не подточит. Вот здесь на деке, вот видите, блестит. Здесь гравировочка и нота. В данном случае в Argan Ready S, я уверен, что здесь все четко, даже с тюнером пробовать не буду. Давайте сделаем так. Вот я один варган подробно рассмотрел, размеры рассказал. Я на всех трех сыграю и потом скажу свое скромное мнение. Не переключайтесь. Итак, берем, пробуем. Вот знаете, я думал, что сейчас возьму варган, и он будет какой-нибудь жесткий, а он такой мягонький. И обратите внимание, какой язычок. Все прям очень четенько. Красивый интегральчик, прям как у лидеров. Очень мягкий, очень изящный язычок. Давайте я аккуратно попробую двусторонним боем. Перехожу к следующему варгану. Так, этот аккуратно запакуем. Вот все гениальное просто. Раз, два, и все. Никуда не денется. Следующий. Очень удобно, что на корпусе написана нота. Вот конкретно этот до диез.
Ну классно. Ну нет вопросов. Не знаю, что сказать. Вот нечего говорить, когда все классно сделано. Общее впечатление потом. Вот не терпится следующий взять. А следующий у нас будет высокий. Сейчас Сергей Пыжов изготавливает два вида эталонов, насколько я понял. Это эталоны все в большую октаву. Вот от ноты до, до ноты ми это будут большие эталоны, а вот нота фа, соль, ля, си большой октавы это уже вот такие маленькие красавчики. Они чуть поменьше. Они чуть поменьше. Что там по размерам? Вот так вот просто приложу. Угу. Ну да, 7,5, 7,4 сантиметра. Маленький, умещается на ладошке по размеру, ну прям на алтайский очень похож по размеру. Но если говорить про зазоры, зазоры здесь прям вкуснятина. Они прям очень-очень филигранно выверены. И загиб язычка, смотрите, тоже правильный, прям вот как для мелодичных варганов. То есть загиб не 90 градусов, а немножечко под острый угол, и получается такая восьмерочка очень красивая. Вот такой загиб язычка, именно коленцы, я считаю самый правильный, потому что он дает меньше призвуков. Проверено на личном опыте. Что ж, беру, пробую. Oh,
Вот такие вот три веселых гуся. Попробую на двусторонний бой. Жалко мне его двусторонним боем. Я буду очень аккуратен. Класс. Незамедлительно перехожу к своему скромному мнению. Скажу так, это мое предварительное мнение, предварительная оценка. Я еще хочу по каждому варгану, вот по маленькому и по большому, снять обзор. А сейчас просто личные впечатления. И мои личные впечатления самые положительные. Что мы имеем, по сути? Мы имеем качественный, бюджетный, я бы сказал, варган от очень крутого мастера. Очень качественной настройкой. Я бы его спозиционировал как лучший варган в качестве первого. Вот серьезно. Ведь первый варган, по сути, самый важный. Первый варган должен быть удобным, доступным по цене и качественным по звучанию. И вот здесь все эти три критерия сошлись. Это действительно очень удобный варган. Несмотря на простоту изготовления, на простоту конструкции, да, казалось бы, вот он, пруточек из нержавейки, язычок и все. Никаких изысков, никаких излишеств, никакой тебе ковки, никаких узоров, ничего. Но по сути для варгана ничего этого и не нужно. Нужен хороший звук, а он здесь есть. И он настолько хорош, что можно играть мелодии, даже вот на низких варганах. Прекрасно вообще отзывается на обертона, открытые, закрытые. И я был бы просто счастлив вот на заре своего варганного становления получить вот такой варган. Очень жаль, что у меня в свое время такого варгана под рукой не оказалось. Но такой варган может оказаться у вас. Поэтому ссылки все для заказа будут в описании под видео. Мягкость, жесткость язычка. Здесь все очень сбалансировано. Да, язычки мягкие, они требуют выверенного, четкого удара. Я бы играл на них вот пальцевым боем, либо кистевым боем на себя. Очень-очень мягко, очень-очень нежно. И в этом как раз суть хорошего варгана. То есть мне легкого касания достаточно для того, чтобы извлечь классный, приятный звук. Я так устал от жестких инструментов, вот в среде масс-маркета особенно. Если там тяжелый кованый корпус, который как-то скрадывает еще вибрации, ну еще куда ни шло. Но иногда бывает, играешь на варгане, и у тебя челюсть просто сводит, и невыносимо играть. А здесь все очень-очень приятно. То есть вот я играю, и я вообще не думаю о том, что у меня рука как-то устает, о том, что у меня челюсть сводит от вибрации. Все очень сбалансировано. Вот когда я заказывал эти варганы, я переживал, что вот такой корпус, ну он достаточно легонький относительно нержавейки и не такой массивный, как у лидера. Он будет как-то вибрировать в руке, давать какие-то неприятные ощущения, рука будет уставать или челюсть. Нет, здесь мастер так классно подошел к вопросу и поставил такую сталь на язычок, что масса корпуса и соотношение мягкости и жесткости язычка прекрасно сочетаются друг с другом. И вот это я называю баланс. Это хороший сбалансированный варган. Что касается звука, ну здесь у меня никаких претензий. Это Сережа Пыжов, это один из лучших мастеров. Что касается высоких варганов, ну здесь прям звук, не побоюсь этого слова, как у хорошей мунхарпы, простите.
Есть чуть-чуть жужжание, чуть-чуть призвуки, чуть-чуть, но они такие классные. Он прям так классно поет на высоких, вот мне отрываться от него неохота. Я понимаю, что я так прям расхвалил и совсем не прошелся по минусам, но они мне пока незаметны. Возможно, я немножко поиграю на этих варганах там в течение суток и сделаю какие-то выводы. Пока я не испытал никаких неудобств, все очень-очень классно. Сергей Пыжов прям офигенный мастер. Вот не побоюсь этого слова. Спасибо тебе за такие работы. Я вот как учитель школы варгана прям настоятельно рекомендую своим ученикам такие инструменты. И вот, кстати, вот эти три красавца, они пойдут как раз ученикам. Чему я несказанно рад, потому что сейчас у людей появился реальный шанс прикоснуться к хорошему, качественному варгану. Я бы даже поставил один ряд с некоторыми якутскими аналогами. В самом деле, ничуть не хуже. Вот серьезно. Да простят меня все там вилюйские и прочие мастера, никоим образом не хочу обесценить, просто хочу сказать, что вот и в России мастера тоже делают классно, еще и в ноты настраивают. Поэтому у меня на сегодня все, я думаю, вы оценили мои эмоции и уже, наверное, выбрали для себя что-нибудь. Варганы можно заказать по ссылке в описании. Я периодически набираю предзаказы для Сергея. И один из таких красавцев может стать вашим. Если что-то появится в наличии на продажу, на это будет обязательно распаковка и обзор. Ну а сейчас вишенка на торте. Варган Сергея Пыжова «Лидер». Я просто на нем сыграю. Вот вышло, что я совсем недавно получил большую посылку с лидерами, и они у меня есть в наличии, уточняйте, пожалуйста, в контактах. Но человеку понадобился вот именно варган все контр-октавы, которых у меня не было в наличии. И Сергей мне вне очереди его изготовил, за что ему большое спасибо. Все контр-октавы — это прям моя любимая настройка, одна из любимых. Я очень много композиций выпустил именно в этой настройке. И сейчас попробую вот этот варган протестировать. Варган Сергея Пыжова «Лидер 85». По просьбам трудящихся. А да, стандартное прощание. На сегодня все. С вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка посылки от Сергея Пыжова. У нас с собой было три варгана. Эталон. И один лидер. Заказывайте их по ссылке в описании. По QR-коду проходите в мои соцсети. Подписывайтесь на них. Всем варган, всем пока. А я пока поиграю.